Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. Несмотря на то, что я сегодня нахожусь вот на огороде, данное видео будет на кулинарную тему. Чеснок уже выбросил стрелки, и вот если мы не собираемся доводить до того, чтобы с этих стрелок получились уже семена, а нам нужны головки в чесноке, нам надо стрелочки подергать. Сейчас я их подергаю все, и мы их пожарим. Привет, меня зовут Вика. Сегодня я приготовлю стрелки, которые дедушка только нарвал на огороде. Рецептов приготовления стрелок очень много. Я выбрала самый простой вариант, и сегодня я вам его покажу. У предварительно помытых стрелок я оборву соцветия. Они нам абсолютно не нужны. Удобно было поглощать, я их дополнительно измельчу. После того, как стрелки нарезаны, разогреваем сковороду и добавляем туда немножко подсолнечного масла. А пока сковорода греется, посолим и поперчим стрелки. Соли добавляем по вкусу. А смеси перцев добавляем 1 чайную ложку. И, конечно же, все перемешаем. Отправляем теперь стрелочки в сковородочку. И жарим на полном огне минутки 3. И непрерывно помешиваем. После того, как стрелки начали менять цвет, накрываем их крышечкой и даем потомиться еще 5 минут. При этом газ перекручиваем наполовину. Посмотрите, какая прелесть получилась. Можно выкладывать на тарелочку. Это блюдо в нашей семье просто обожают. Надеюсь, и вам понравится. Приятного аппетита! Слушай, дедушка, а нас бабушка точно за печку не убьет? Не, ей стрелочки понравятся, я думаю.